2 сентября 2023 года жителям Коломны запомнится надолго, ведь в эту дату отмечался не только День города, но и 160-летие Коломенского завода. Предприятие отмечало юбилей, а подарки получали гости. В субботу на главной площади предприятия собралось множество людей. Коломенский завод был и остается одним из крупнейших машиностроительных предприятий страны, вносящих значительный вклад в развитие стратегически важных отраслей. И неудивительно, что ряд сотрудников производства получил высокие награды. На празднике все от мала до велика могли найти занятия по душе. Для самых маленьких творческие коллективы Коломны подготовили детский спектакль с участием любимых мультяшных персонажей. А по соседству развернулись мастер-классы на любой вкус и цвет. Подарком для коломенцев стало выступление Найка Борзова. Музыкант со своей командой исполнил самые нашумевшие хиты, а зрители с удовольствием подпевали.